Всем привет, на связи Теленин Денис. И сейчас мы находимся на нашем очередном объекте, это двухкомнатная квартира. Она уже практически готова. Квартира находится в старом доме, постройки середины 50-х годов. И вот ремонты в таких старых домах, они отличаются от ремонта в новостройках. И сейчас расскажу, чем. Основное отличие данной квартиры от новостройки заключается в том, что здесь надо производить демонтажные работы. И поэтому на начальном этапе очень тяжело просчитать ценовую категорию самого ремонта, а тем более уже и сколько материалов на него уйдет. В первую очередь заказчика интересовали работы по устройству пола. Изначально здесь был штучный дубовый паркет, который за 60 лет он потемнел, рассохся, здесь начали такие были, что туда спички падали. Поэтому в первую очередь мы его демонтировали и демонтировали основание, которое было под ним. Перед этим хочу сказать, что на этом объекте мы были не первые, то есть мы пришли уже третьи на, так сказать, кастинге, да? И до этого было три прораба, или на мастера, как это назвать, которые утверждали, что под паркетом находится стяжка. И здесь уже просто поражает профессионализм людей, которые позиционируют себя как высококлассных специалистов, которые занимаются уже давно ремонтом. И даже не знаю то, что в таких вот домах постройки 50-60-х годов цементные растворы вообще не применялись. То есть здесь вся кладка, все использовалось на известковых растворах. Поэтому, естественно, никакой стяжки здесь быть не может. Полы в данных домах устраивали следующим образом. Либо оставились лаги деревянные, на которые впоследствии крепились половые доски, либо использовалась подсыпка. Вот у нас здесь был второй вариант. То есть изначально, когда выкладывались плиты перекрытия, они обмазывались известковым раствором, швы, а потом насыпалась подсыпка в виде обыкновенных залы, то есть прижженный шлак. После этого на этот шлак уже укладывали асфальт толщиной 5-7 см. Этот асфальт покрывали битумом, на битум прикрыли аргарит, и поверх аргарита на тот же битум уже приклеивали паркет. Вот такая вот была технология. Итак, первое, что мы начали делать, это демонтаж пола. На это у нас ушло 10 рабочих дней и 8 контейнеров, 8-кубовых контейнеров по вывозу мусора. На полу у нас под асфальтом толщиной 5-7 см лежал шлак. Это такой перегоревший шлак, который выполнял роль тепла и шумоизолятора в таких старых домах. Так вот, толщина этого шлака достигала 30 см. В этом шлаке чего только не было. Там впору было археологам работать. Попадались вот такие вот гвозди, кованые, петли, засовы, то есть видимо какие-то ворота еще сжигали старые. То есть можно только представить, какая колоссальная нагрузка лежала на этих плитах перекрытия. После этого мы приступили к устройству самой стяжки. Стяжку мы разбили на два этапа. Первый этап – это устройство стяжки на основе керамзина. То есть достаточно толстый слой, там он достигал 15 см, у нас шел керамзин. Некоторые делают следующим образом – рассыпают просто керамзин и проливают его жидким раствором. Но мне это как бы не очень нравится, поэтому я предпочитаю мешать керамзин в бадье вместе с раствором одновременно, потом насыпать и вытрамбовать. Вот мы делаем подобным образом. Вторым этапом мы заливали уже финишную стяжку толщиной где-то там 5 до 7 сантиметров. Вот в эту финишную стяжку мы добавляли фиброволокно. То есть это волокно на основе полипропилена, вот этих нитей тонких. Они армируют стяжку и делают ее более прочной. Да, естественно, по периметру мы пустили демпферную ленту, которая играет роль амортизирующего буфера. То есть когда у нас материал сужается, расширяется, лента позволяет вот так вот сыграть и не дать возможность стяжке треснуть. И последним этапом у нас было устройство самого выравнивающего сливного пола. После того, как мы дали этому основанию высохнуть в течение 2 месяцев, мы приступили к устройству самого пола из паркетной доски. Под основанием у нас легла пробковая подложка из пробкового дерева. Теперь давайте посмотрим, что у нас было и что у нас получилось.
И на этом все. Смотрите мои следующие ролики и подписывайтесь на мой канал.